Да я понял уже. Всем привет, дорогие друзья, с вами Арти Триман. Так. Сегодня мы будем играть в мультиплеер Assassin's Creed 4. Благо, он у меня вроде бы работает. Ну, сама... Игра у меня почему-то не работает, она не может нормально записываться. А вот мультиплеер, кажется... Вроде бы... идет пока что она... Фак! Всем здорова, дорогие друзья, с вами Арти Триман. Продолжаем там Лизик играть, что ли. Ну, типа того. Мы летим на самолете. Ну что там главное-то? Главное, чтоб ты не сел за самолет и чтоб все люди выжили. Это да. Кстати, смотри на экран. Видел крыса? Нет, наверное, да? Не. Ну, посмотришь потом. Да не все в конце игры будут, это как все вместе, так? Нет. Ну кто-то же будет. Лысый, например, будет вместе с Крисом. В какой-нибудь момент игры. Как там зовут Леона полное это его имя? Кеннеди. Да-да. Я тогда ржал, по-моему, да? Когда узнали об этом, прикольно. Почему? Он, наверное, ты... дальний его родственник. Ну, знаешь, Кеннеди. Кеннеди, да? Да. Тема. Какого хрена? Ты знаешь, что произойдет? Да ёшкин кот, ну дайте просто ролики поставить спокойно. Опять мне на руки, на клавиатуру, да на мышь ставить. Ой, что это такое? Это та же самая хрень, которую мы тогда убили в церкви. Готов к второму раунду, Тёма? Ой, блин. Мне и первый-то не понравился. Чёрт. А у меня как раз патрон кончился. Да у меня ещё и игра лагает. Замечательно. У тебя просто подгрузка. Дохни. Да я еще и ни хрена не вижу. Но одежда у меня супер. По-моему, это был это была чистая победа. Ты дорого переоделся? Все переоделись. Да я гадаю, ты сейчас... Пистолет новый! Это Desert Eagle называется. Да, наконец-то. А я думал, его нету. Тема, у нас задняя плохая проблема. Не спрашивай, что это было. Настает полная жопа, да? Короче, надо в хвост самолета идти. Слушай, Тема, у меня вопрос. А это нормальная... Это нормальная идея стрелять по этому? Тут трава. Внутри самолета. Из дробовиков, там, пистолетов. Нормально. Крупных пистолетов. Тут, по-моему, чирик должен быть. Тут трава еще одна. Где? Там, где я был. Какого хрена? Кто пилотирует? А, хотел спросить, кто пилотирует этот самолет? Никто его не пилотирует. Мы падаем или нет, я понять не могу. Мы планируем. Когда я на самолете, все нормально. Ладно, почти. Я открыл. Ты покрутить, я открыть, да? Да. Ладно, давай, пока. Я чё, один что ли буду всё делать? Мы ещё вместе с тобой тут, мудак. А откуда? Я не понял, от какого хрена? Я не видел даже тебя. Леон! А это нормальная идея крутить незнакомый нам вентиль? Ну это же Resident Evil. На мой взгляд, это была самая дебильная идея. А не, все нормально. Мы стабилизируем самолет. Охренеть. Опять этот гаденыш, да? Да, дистингл говно. Сраный дизерт. Тёма, у тебя есть парашют? Нет. Отлично.
Да это про... Как? Блин! Держись, куда? Держи меня! Кстати, сейчас будет миссия из Call of Duty. Хоп! Голос? Хоп! Нет, какой голос? А мне это напоминает Uncharted 3, блин! Ты тоже не успел нажать или... Я не успел нажать. Ну, улетел я. Радуйся. Это мне напоминает Uncharted 3, там тоже была такая же сцена, нужно было карабкаться, и на тебя падают вот ящики. Да, да, да. Все вот взято вот из Uncharted взято это. Все, я да, знаю да, да. Это. Конечно. Я вот такая заявляю, что это взято из Uncharted. Все. Вот разрабы бессовестные такие, бессовестные. Просто вот проклинать вот на их за этот момент взяли это как. Ну, ведь нельзя же просто так взять и это как. Использовать моменты. Да. Это знаешь, как тупо выглядит. Я провалился в текстуры даже. Я помог тебе. Успокойся. На мой взгляд, это была отличная идея открывать. Да замечательно. Я даже бежать не могу. Я не люблю, когда это как не могу бежать. Слушай, а ты готов ломать? Вау. Ты чё? Да я вижу отличные напитки. Да еще там трава лежит. А, трава лежит? Где трава? Да все. Трава. Ты сломал пасхалку? Да. А! Целая три травы комбинируешь, получается большая. Капитан очевидность, очевидно того. Все, ничего, все умерли что ли? Какого хрена? Они же были живые, что с ними стало? Газ, газ, все газ. Эта тварь, когда пукает, она от этого все заражаются. А мы так не заряжаемся, как будто. Ой, почему-то. Заряжаемся энергия, да? Нет, мы почему-то не заражаемся. Потому что мы особенные. Особенные. Главные герои, они не могут зародиться, как бы не хотели. Это... Сломали всех. Дома? Да, она по-любому мутирована. Отходим. Отходим, тема, я прикрою. А, вспомнил. Тоже не в то место пошел, да? У меня такое ощущение, что я только что тобой играл. Нет. Чё он сказал, поэтому я ненавижу летать в самолетах? Да. Я вообще не летал на самолетах, не, ну. Хотя я, кстати, намного лучше, ну, лучше пилот, чем ты, в принципе. Я помню, как ты припарковал тогда свой самолетик. Винтами вверх. Зато я GTA 5 умею, это как на вертолетах ездить. А я вообще не играл на вертолетах, так что иди домой. Да блин, я только... Как? Фак, я не успел стрелять эту штуку. А вот теперь успел. На чё, тебя зомби бегут, я иду. Чё, у меня проблемы, знаешь какие? Какие? Самолет... отличается от самолета Второй мировой. Чем? На нем слишком много кнопок. Еще квиктайм моменты. Я их не люблю. Надеюсь, я тебе сейчас помог. Ну ты понимаешь, что этот самолет уже просто так физически не приземлю нормально. Штурвал на себя Леон. Быстрее! Я не могу их долго держать. Отлично, Тёма. Я пытаюсь. Я давлю, давай. Почти. У меня персонаж сейчас провалился просто. Не знаю, я ничего не за... Как то?
я ж нажимал. What the fuck? Вот блин. Йо-йо, everybody. Смотрите, что сделал Миха, он опять просрал свою. Я опять сажусь на за что? Так что иди на. Давай побыстрее. А я могу сесть? Нет. Зачем? Баба ни хрена не умеет, она тупая, да. Чувак с автоматом! Ясно, я видел это. Эх, не то. Это ты стреляешь? А, нет, тут зомби стреляют меня. Тёма, обязательно было стрелять по нужным мне вещам? Это тут... не я стрелял. Ну, бей того, кто стрелял. Да я стараюсь. Держись там, сейчас. Тёма, когда они меня бьют, они меня отвлекают. Отлично, ты. Ты умеешь прикрывать, да? Простите. Если, конечно, это я виноват. Вообще, да, они меня били, из-за этого я не мог доделать все, что мне нужно было. Ну что сделать? Первый раз получилось, все нормально, я практически всех убил, но ты это как, если не умеешь ничего делать, тогда я попробую. Нет. Быстрее это чертово видео. Да, ёлки. Быстрее! Кстати, у тебя ролики идут? Да. Скорее! Есть. Я выравниваю эту бандуру. Наконец-то! Ну ты понимаешь, что сесть в центре города на самолете это просто нереально. Но я смогу. Эй, да! Привет! Девка из Devil May Cry. Я пилот. Да, сколько жертв надо, он сейчас убил. Она много. Да, конечно, видео. Вот это видео вообще экшен, вообще супер. Молодцы ребята. Всего сделали. Как там? Капком! Вы молодцы. Они только свои файтеры могут делать, больше ни хрена не умеют. Смотри, Криса показывают. Разве Криса? Крис. Это был Крис. Меня. Я видел то, что показали, что Леона. Но Криса я не видел. А у меня так Криса показали. Шерри, what are you doing here? I'm on protective detail. Yeah. I heard you became an agent. Why are you here? Вот и чуваки, я же сказал, они будут пересекаться. Я вообще-то знаю, что они все... Ну, а ты сказал, что это как, ничего такого не будет. Вообще-то, все это будет. Из-за них, типа, должны, могут поиграть другие персонажи. Ну, то есть, реально. А играть. Когда будут вот за этих, будут играть этот момент, будет? Да, везде, у всех один и тот же момент будет. Джейк. На поводке. Быстро. Кстати, это этот, сын этого, как его, Вескера. Если ты знаешь, кто, помнишь, кто это такой? Чё-то знакомый. Знакомый, да. Финальный босс, пятая часть. А, да, точно, вспомнил. Он чё, сын очкарика? Да. Да ладно. Боже, будем играть, поймешь. У него-то будут суперспособности. Смотри. На эту дядю. Кстати, за бабу играешь ты, да? Да, конечно. Мне капец сейчас наступит.
Смотри, каннибал, Лектор. Не, ну реально, каннибал, Лектор. Тёма. Что? Бежим. Тут некуда бежать. Чё? У меня нет ничего. Скомбинируй. Я его отвлеку. Нет, я имею в виду. Ни гранат, ничего-либо такого. О, мудак. Я бы на твоем месте не советовал бы его бить вблизи. Стреляй туда! Это же Аптовна, или она не будет стреляться? Это что, физики не подвластно? Тёма, подгоняй его сюда. И побыстрее. Да вы издеваетесь, я только поставил мину. Ладно, погнали туда. Тёма, мы тебя только ждем. Иду. Как думаешь, кто полетит наверх? Не знаю. Веселитесь там, ребята. Там, короче, стоит мина. Мина около бочек. Скажи, если взрывать надо. Могу помочь. Только не сразу. Где бочки-то? Где бочки? Ну там бочки такие лежат, обычно красные. Могу взорвать. Пофиг. Ладно. Ты без прикрытия. Ты-то что там делаешь? Я пытаюсь починить школьный автобус. Опять на школьном автобусе будем ездить. Ну как тебе сказать, просто автобус. Мы его убьем вообще сейчас? Это финальный босс Джека. Его убьем. Лысого? Да. Здесь он еще его не убил, да? Нет. Да ё. Прикольно было, если бы это как персонажи, когда будем играть за лысого эту, вот эти вот персонажи, ну знаешь, Леон и Хелена, делали те же действия, что и мы так сейчас. Вот. Тёма. А. Автобус ждешь? Жду. Пожалуйста. Так мы поедем на автобусе или нет? Нет. Ты посмотри на него. Теперь пострел. Господи. Это я. Я не пердел. Господи, какие они мудаки. Да, лысый-то что делает? Это вообще охренительно. Да у него вообще... О. Что он делает? Опять он свою палку хваталку взял. Где он за всю хрень? Палка, хваталка. В жопу. Так, ладно. Давалка. Блин, что я сказал? У меня, конечно, слегка другое, но все же. Да куда ты лезешь? У тебя есть мины? Нет. Блин. Ну я пока поперезаряжаю, это как оружие, которое у меня есть. Здрасте. Здрасте, очень здрасте. Ты бы знал, какая сейчас была тупая ситуация. Я выхожу из-за угла, и там эта морда стоит. Вообще ничего святого. Где этот бугай? Тёма, мани его ко мне. У меня патроны только в пистолете, б... Он взял тебя? А, нет. Вот ко мне, короче, иди. Тёма, ко мне. Слышишь? Только я попросил бы вас отойти оттуда.
И куда он пошел? Удила одноклеточная. Слышь ты. Ой-ой. Я не понимаю, что я делаю, но выглядит прикольно. Надеюсь, его вообще не застрял. Слышь ты. А патронов-то нет. Ни в одном в автомате или пистолете. Все. У меня патронов больше нет. Он испарился. Пока. И таким вот незамысловатым образом нас разделили. Че? Можно повторить? Слушай, мне это уже, наверное, пол компании пошли, примерно. Ну чё, давай заканчиваем. Да не, давай еще слегка побегаем. Ну давай. Я думаю, уже не, еще не прошло 20 минут. Не. Смысл, ты все равно не монтируешь. А, надо, наверное, было дослушать, дочитать, да, то, что нам говорили. Да пофиг. Такие просто прошли. Сюжет. Сюжет, атмосфера. Все, что нужно. О, как я иду. Такая милая походка. Она прошла. Тёма! Курицы! Отлично. А у меня нет патронов, это просто замечательно. Только винтовки сраные. Ты видел эту хрень? Какую? Вот эту. Вот нет. Это самая неприятная хрень в мире. Тём, не беги. Не беги, Тёма. Не могу не бежать. Блин. А чё, коробочку хотел взять? Нет. Видела, какая у нас мобила? Воу. Я б не этого боялся, а вот этого. О, господи, это что? Некроморфы? Да. Похоже. Чёма. Предупреждаю, в них стрелять нету смысла. Они а что с ними делать? Бежать. Это реально как некроволф, знаешь, регенерируешься. Значит, его нельзя убить. Не, ну как, убить нельзя, остановить можно. Но лучше это делать из дробовика. Тёма, беги, я прикрою. Ладно, пожалуйста. Я за ключом. Уберите с ролики. Вот почему их нельзя убивать. Их нельзя убить. Эти палы регенерируются. Патрончики для пистолетика нашлись. И для дробовика тоже. Они как бы подыхают. Но... Как тебе сказать? С миллиардов патронов. Хотя если им стрелять из дробовика по ногам, то... Они просто падают. На ход туда. Давай, Тёма, иди туда, там электричество отлично будет. Я, кажется... А, нет, не нашел. Но зато я нашел всякую хрень. Да, у меня это как... Это бумажки. Кроме бумажки с красной слизью у меня больше ничего нет. Кто там бегает? Я вот не помню, что делать надо. Да ключи брать. Нет, я помню, до ключей как-то добраться надо. Вообще-то. Вот я тебе сказал, давай это как это все начнем со следующей части. Да не, в принципе, это не так уж и долго. Если убивать не буду по 1000 раз.
По идее, вообще за нами сейчас тут погоня должна быть. По идее. Господи, тут ключи. Я как понял, вот здесь будет реально выход. О, везде засов. О, чирик. Так. Давай думать логически. Если бы я был ключом, как бы я сделал бы так, чтобы как бы ко мне попали? Как? Вот так. Надо найти по как проход, который ведет наверх. Ты его видишь? Я вот нет. Что за действие было? Бедные люди. О, господи, они бедные. В Китае все бедные. Гась, они болтыхаются как. Как зомби. Что-то. Вот смотри, вот нет. Дверь какая-то. Ведущая наверх, а как ее открыть? Нужно как-то попасть наверх. Так вот, здесь и можно попасть наверх. Не, есть еще один поход. О, трава. Я, кажется, что-то нашел. Да, я нашел путь вверх. Отлично. Но там нужно два человека, да? Не знаю. Нет. Я не... Ага. Да, здесь нужно два человека. Это быстро иди сюда. Я долго раком... Я долго раком стоять не хочу. А как ты туда попал? Да пошли, иди сюда. Вот, тут лестница. Лестница? Где? Да вот, иди сюда. Иди сюда. Ты где? Да вот, иди сюда, говорю тебе. Подай сигнал. Короче, спрыгни, приведи меня. Иди сюда. А, во. Я тебе сказал, не надо было тебя отключать, это как мою надпись. Да и ладно. Так веселее. Да, так время затягивает из-за тебя. Кстати, тут труп выскочил. Ну и фиг с ним. Ты же ее убил? Нет, он и был трупом. А, вообще. К ноги путаю я. Иди геймпад бери. Ты упоролся. Возьмешь геймпад, не запутаешься. Чувак. Помнишь, я говорил, что их убить нельзя? Ну? Их реально убить нельзя. Их можно только обезвредить на какое-то время. Потом они оживают. Убери эту погонь. Можно мне дверку открыть? А где ты? Тут-то я. Нельзя дверку открыть. Быстрее эта тварь оживает. Нет, они не могут просто просунуть руки, и это как вот так вот, знаешь. Нельзя просто взять и просунуть руки. Физика игры не позволяет. Вообще ничего не позволяет. Здравствуйте, как поживаете? Я вот, например, видишь, отлично. Он из толчка вылезает, так он может еще поживать. Это у них такой толчок, да. Иди, я прикрою. Ты иди, а я обезопашу посты. Так, ищем дальше проход. Тут лестница есть. Что эта лестница делает? Что это, ради одного, что ли? Да ну вас нахер. Парку.
Неплохо. Ну чё там у тебя? Вот блин. У нас проблемы, Тёма. Чё? К нам люди присоединяются. А, нет, уже вышел. Короче, есть тут такой прикол. Один человек, ну как, несколько человек играют за мутантов, то есть за зомби. А другие, ну, собственно говоря, проходят кампанию обычную. Твою бать. Тёма. Fucking shit. Мы с тобой, знаешь, насколько внимательны? Что такое? Помнишь ту дверь с электричеством? Но. Ты слева от нее смотрел? Нет. Посмотри. Фу. Желчный пузырь хрена. Эй, помоги! Понял. Поцеловал, по-моему, да? Ну да. Ой, какой милашка. Чужой. И заорал такая. Да, такое ощущение, чтобы он ни при чем. Со, мод. Может, сделано это уже все за кадром, не знаю. Воу! Да не, надо же запечатлеть. Так ты нашел способ открыть этот, ну, да, электричество-то. Посмотри, реально слева от этой двери. Вижу. Мы с тобой крайне внимательны. Очень. Очень, поп, прям. Рядом. Леон. Подожди, тут у нас... Друзья, пятикантроп вышли. Бежим. Бери ключ. Отступая. А, у тебя ж не из чего стрелять, да? Не, почему? Есть. Дробовик есть? Да. Дробовик им нравится. По ногам стреляй. Все, они дохло. Так, бежим к тому ключу, который мы уже знаем, проход. Ко второму поищем. Не, я вроде все просмотрел, там ни хрена нет. Где был подъем? Бля, кочегарка какая-то. Дробовичок. Неплохо. Подожди, я дверь открою. Вот это вон дерьмо. Так, на всякий пожар. Да ё. Во, я нашел еще один вроде вход. А, хотя нет, я ни хрена не нашел. Ну, просто так. Эту дверь открой, на всякий случай. Хорошо. Чё это за место? А, это быстрый подъем, короче. Ну, подход к этому. Ох, оба профукали местность. Ага. Беги. Я не увидел то, что где это все было, оказывается рядом опять. Так. По-моему, тут три ключа надо, да? Да, последний остался. Ну, то есть мы все уже включили. Быстрее! Бежим! Тёма, ты у нас лучше по файн моментам, так что иди вперед. Я у нас худший. Так. Ты поймешь почему. Готовься нажимать. Фак, я профукал, кажется. Да, я профукал.
Как мне больно! Нифига себе! Меня насилуют! Он туда, он за тобой же, а я только стою, смотрю. Ой, как красиво-то, приятно, да? Да-да-да. Так, ладно, по 100 раз. Ты там, не знаю, может, что-нибудь поможешь мне. Так я стрелял уже. А тебе на В надо было нажать? Подойти ко мне. Или давай я... Давай ты первый идешь. А что нажимать-то хотя бы надо? Там по 100 раз нажимать надо кнопку. Не успел. Да вашу мать! Теперь тебя насилуют. Я пойду с тобой. Как это неприятно было вообще. Хотя нет, это вообще дрожь бросает или рассмешило просто. Тема. Короче, давай найдем способ в следующий раз. Не-не-не, сейчас все сделаем. Давай я тебе. Не-не-не, у меня есть самый интересный прикол. Что? Джессик от Xbox. Ой-ой-ой-ой-ой. Это страшное оружие, брат. Насчет такой прикол. Только я не знаю, какой триггер надо нажимать. Да ёп, какого хрена? Давай я! Как мне успеть-то на это все сделать? Я буду правой рукой нажимать со всей дури. Спасибо за логичное объяснение. Ха-ха-ха! Спасибо, пожалуйста. Мы уж, наверное, долго записываем, надо еще закругляться. Ну вообще 36 минут. Ого! Мне опять надоест монтировать. 36 минут. Че, записываем? Да. Давай, Тёма! Вся надежда на тебя! Да! Дохни! Туда так, quick time event и полное говнище, но я справился, я чувак, а ты лох. Тема, бон аппетит. Миха, ты несколько раз это делал, но ты не справился, а я справился, я чувак. Я вообще не помню, как я справился насчет этого. Мы должны найти Симмонса и отомстить ему. Это все это говно. Все, конец. Все, давай закругляемся, с вами был Арти Трибан, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, Миха тут тоже был, тут... Хрен знает, что делал. Вот так вот. Всем пока тогда. Ну что ж, давай посмотрим, может, ролик сейчас какой-нибудь будет. Давай. Эйда. Ну, в принципе, дальше никуда не пойдем. Тут останемся и все, да? По идее. А я помню этот момент. Он тебе понравится. Что сейчас будет? Скажем так, мы в конце этой локации найдем. Короче, сейчас увидим нескольких старых знакомых друзей. Это Кейпе. Если что. Беспалево намек. Короче, все, давайте, пока. Всем пока.